Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить о клевете. В преодолении клеветы в нашей жизни невероятно важно положиться на друзей. Однозначно мы должны уповать на Господа, я говорил об этом. Но если рядом с тобой будут друзья, которые будут поддерживать тебя, люди искренне тебя любящие, это поможет тебе справиться. Больше общения с теми, кто тебя любит, больше общения с теми людьми, которые тебя поддерживают, больше времени в совместной молитве, больше времени в каких-то простых дружеских встречах. Чем больше этого, тем больше ты будешь безопасен. Вы знаете, в те моменты, когда на вас давит клевета, когда на вас обрушивается лавина всевозможных слухов, ты как никогда начинаешь ценить семейные взаимоотношения. Воспользуйтесь этим. Переосмыслите ваши домашние ценности и посвятите больше времени вашей семье. Вы будете в своей крепости, на своей территории. Вы будете рядом с теми людьми, которые безусловно вас любят и безусловно будут вас защищать. Вам нужен такой, знаете, такое общество, те люди, которые дадут вам эту безопасность, безусловное принятие и помогут справиться со всеми проблемами, которые повлечет за собой клевета в ваш адрес.